Не люблю это переполнение в инвентаре. У меня просто некуда ничего девать. Видишь, все переполнено. Да потому что я много всегда с собой беру. Так, дальше сейчас 31 штуку. 2, 3, 4, 5, 6, терпение, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Так. Смотри. 29, 30, 31. Далее, сейчас мы поставим сюда энергорельс. Я думаю, что вот этой высоты потолка мне хватит, чтобы проехать или нет. Так, оставим пока. Так, тут, кстати, руда. Ой-ой-ой. Что же делать? Так, давай лопату выкинем. А вот руду нам дают, что будет некуда. Да, тут еще целое месторождение, две штуки. О, еще одна. Еще одна. Так, а чтобы ее взять. Так, давай мы выкинем нашу эту. Так, мы все это собрали. Теперь булыжничком сейчас все это заложим. Красивенько. Собственно говоря, все, что мы взяли. Так, вот здесь тогда получается мы ставим энергорельс. Так. И далее мы вот оставшиеся рельсы кладем. Все как раз. И забираем лопату. Теперь смотри, вот здесь мы делаем с тобой, втыкаем рычаг, который сейчас у нас будет тут все активировать. Так, не факел мне нужен, а рычаг. Спокойно. Так, тогда вот так, а землю сюда воткну. Ой. Рычаг, рычаг. Вот. Так, включили. И предыдущим там тоже надо. Сейчас я сразу сварганю рычаг. И мы с тобой сделаем. Предыдущим там тоже воткнем рычажок. И можно будет ехать уже назад. С полной, с чистой совестью. Вот здесь, да. Не активирован он еще. Вырубаем. Активируем. И идем к нашей вагонетке.